Друзья, мы вначале вставши выслушаем Слово Божье, Псалом 39, Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие, убоятся и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел, Ты открыл мне уши, все сожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду в свитке книжном, написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое. Не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающих мне зла. Да смутятся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобою все, ищущие тебя и любящие спасение твое. Да говорят непрестанно «велик Господь». Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли. Он, что сына нам дал.
Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за Твою любовь и милость к нам, Господь. Мы благодарим Тебя за сегодняшний день и за возможность, которую мы имеем быть с братьями и сестрами в Церкви Твоей, Господь. Благодарим Тебя за привилегию быть частью Церкви Твоей, частью этой миссии, Господь, на этой земле. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которое мы уже читали сегодня, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты действительно являешься тем, кому мы можем всегда прийти, Господь. Помоги нам радоваться и веселиться не тем, что мы имеем, Господь, но тем, что мы имеем в Тебе, тем, что мы знаем Тебя, Господь. Помоги, чтобы, благослови, чтобы сегодняшнее служение, оно послужило именно этому, Господь. Пусть каждый человек, каждое сердце возьмет что-то для себя из Слова Твоего, Господь. Узнай Тебя больше, узнай Тебя ближе. Господь, мы понимаем, что наше прославление и поклонение, оно исходит из того, насколько мы знаем Тебя. Поэтому помоги нам углубляться и познавать Тебя все больше и больше, Господь. Благослови все это служение, поклонение в пении, в слове, в молитвах наших, Господь, в материальном служении. Пусть все оно принесет славу и хвалу Тебе, потому что да, Ты достоин этого, Господь. Аминь. Мы приветствуем вас, друзья, в этот день и желаем продолжить еще с вами петь, прославлять Бога. Следующее пение «Бог мой, ты скала моя». Мы знаем, что в Писании, в Псалмах мы видим, как часто Давид упоминает эту мысль, что Бог его убежище, Бог его скала. Поэтому наше желание, молитва наша, чтобы каждый человек здесь, чтобы всегда, в хорошем и в плохом, мы всегда искали наше убежище в Боге, чтобы Он был наша скала, то, за что мы всегда держались. Слово Твое, где знать
Славе
Я вас приветствую, дорогая церковь. Прежде чем мы будем читать 1 Коринфянам 13 главу, у нас есть две нужды или просьбы. Тетя Лена или Елена Алексеенко, у нее была операция на колено. Или на два колена, на одно, да? Наверное. Ну, они попросили, чтобы мы помолились за полное выздоровление. Также у Габриила Ганченко, у него проблемы с легкими. И попросили помолиться, чтобы Бог исцелил и послал полное исцеление. 1 Коринфянам, 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, послал Господа нашего Иисуса Христа для того, чтобы я имел это спасение, Господь, для того, чтобы ненависть в моем сердце, Господь, за то, что грех и все мерзости этого мира, Господь, чтобы Ты очистил, Господь, и по благодати Своей изменял меня в каждом дне, Господь. Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя за то, что Ты есть любовь, и Ты хочешь, чтобы мы так же любили, как Ты возлюбил нас, Господь. Прошу, благослови, Господь, каждое сердце, чтобы мы возрастали в любви, возрастали в Тебе, Господь. Благослови это служение, Господь, чтобы сердца наши были способны принимать Слово, которое Ты будешь говорить нашим сердцам. Также приходим к Тебе и с нуждами за сестру Лену. Прошу, благослови, Господь, и исцели полностью, исцели ее колени, Господь, чтобы и она благословила имя Твое и радовалась вместе с нами. Просим также за Габриила, Господь, знаешь его проблемы с легкими. Просим, благослови, пошли полностью исцеление, чтобы и в этом прославилось Твое святое имя. Во имя Иисуса просим Тебя об этом. Аминь. Присаживайтесь, сейчас будет материальное служение. The Lord is my shepherd, I've all that I need. He makes me lie down where the pastures are green. Beside quiet waters, He leads me to rest and guides me on paths of His righteousness. This He has done, His great name to display. Alleluia, alleluia, alleluia. Though I walk through the valley, the shadow of death,
Because you are with me, no evil I dread. Your rod and your staff ever comfort my soul. In banquets of mercy, my cup overflows. This He has done, His great name to display. Alleluia, 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 Amen. He refreshes my soul, He refreshes my soul. Will follow me closely in all of my ways. For surely your goodness and glorious grace will follow me closely in all of my ways. I'll dwell in the house of the Lord all my days. Богу. Действительно, Господь наш добрый пастор, который заботится о нас постоянно. Я приветствую всех, дорогие друзья, кто сегодня не отдыхает, кто сегодня вместе с нами здесь. Я рад видеть ваши лица. Хочу сказать о некоторых объявлениях, которые у нас сегодня есть. Пожалуйста, откройте свои бюллетени, посмотрите со мной. Прежде всего, хочу сказать, что у нашей сестры Галины Зима, ей исполнилось 80 лет. Пожалуйста, подойдите к ней после собрания, поздравьте ее. Галина, мы вас также поздравляем и желаем, чтобы то время, которое Господь еще вам определил на этой земле, чтобы оно было наполнено Его благодатью, Его дарами, близостью с Ним. Следующее наше субботнее общение, как вы видите, будет 21 сентября. Будем рады всех видеть. Это будет у нас после нескольких месяцев перерыва, поэтому я надеюсь, что ваши души, они уже не дождутся этого времени. Быть опять в этих общениях. Для молодежи и для всех, кто желает посетить наш молодежный ретрит, с 12 по 15 число у нас будет молодежный ретрит под темой «Граждане неба» – «Citizens of Heaven». Пожалуйста, обращайтесь. У нас есть брат Даня Кузьменко, есть брат Рувим, которого сегодня нету с нами здесь, но вы знаете их. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, будем говорить о том, как выглядит жизнь и сердце христианина, которого жительство находится на небесах. Будем основываться на Филиппийцам 3 главе. Также для тех, кто желает укрепиться или утвердиться в основах веры, пожалуйста, мы вас приглашаем 22 сентября. Или начиная с 22 сентября у Гриши дома мы возобновим наши курсы, классы. Это будет для тех, кто хочет принять водное крещение в следующем году. Или просто для любого человека, который хочет утвердиться в своей вере в Бога. В следующее воскресенье, как вы видите, сегодня у нас нет хлебопреломления. В следующее воскресенье мы будем совершать это собрание, поэтому, пожалуйста, приходите. 10 сентября, напоминание для всех родителей. Если у вас есть дети, которые будут учиться в воскресной школе, пожалуйста, приходите. Мы будем совершать общую молитву над детьми.
И если вы хотите поучаствовать в этом собрании, обязательно обратитесь к Гале Алексеенко. Вот она собирает программу на это служение. Пожалуйста, если у вас есть дети, которые хотят поучаствовать, у нас это будет собрание особое с участием детей наших. Галя Алексеенко или Кавелиня Косован, они обои занимаются этим служением. Также, что касается воскресной школы, родители, пожалуйста, заметьте, с 15 числа у нас начинаются занятия для старшей группы, или, извиняюсь, для младшей группы. И со вторника у нас начинаются занятия для всех остальных групп с 17 сентября. Что нужно для этого сделать? Пожалуйста, там в фойе есть анкеты. Вот как вы будете выходить, сразу слева там будет стоять столик. Пожалуйста, заполните анкету. Если вы уже заполняли в том году, еще раз запомните или заполните для того, чтобы... Там есть просто некоторые детали, которые изменились в этой анкете, чтобы у нас был updated такой лист детей, которые у нас учатся. Ну, вроде бы все. Пожалуйста, давайте сейчас встанем и споем пение вместе, которое называется «Ближе, Господь, к Тебе». Благословение вам всем.
Пожалуйста, друзья, вы можете присаживаться. Я забыл сделать одно объявление насчет детского отдела еще. Друзья, те из вас, кто является сотрудниками воскресной школы, в среду, во вторник, 3 числа, для вас будет встреча после собрания. Пожалуйста, придите и на собрание, и потом останьтесь после, не спешите домой. И также для детей, родители, пожалуйста, будьте внимательны из-за того, что дети будут участвовать в следующий вторник, не в этот, а в следующий, 10 числа. В этот вторник для них будет репетиция в начале, перед собранием. Пожалуйста, приведите ваших детей в 6:30. Вот у них около часа времени будет спевка. Вроде бы все, ничего не забыл. Окей, дорогие друзья, давайте откроем с вами вместе Священное Писание, и мы вернемся с вами в первое послание Петра. В изучении этого замечательного послания прошло лето, очень быстро, незаметно, и слава Богу за все эти общения, которые мы с вами имели. Вот, я думаю, что Господь многое сделал через наши лагеря, через наши встречи, и наступает осень, и мы возвращаемся в такие будни, возвращаемся к более стабильному графику, и, как следствие, возвращаемся к первому посланию Петра. Я надеюсь, что вы помните, уже около месяца мы не говорили об этом послании, поэтому я напомню в двух словах, хоть вкратце, о чем вообще это послание, о чем мы говорили до сих пор. Напомню, что апостол Петр пишет это послание христианам, которые находились в очень сложных обстоятельствах. Они находились среди гонений, которые были организованы одним из самых суровых и самых, наверное, строгих и, можно сказать, даже сумасшедших таких вот императоров, которые вообще существовали за всю историю человечества. Это был император Нерон. Очень были сложные обстоятельства. И цель этого послания. Апостол Петр пишет этим верующим людям, чтобы научить их, как им правильно реагировать на то, как с ними обращаются люди вокруг них и как им вообще реагировать на те ситуации, которые Бог допускает в их жизни. Откройте со мной, пожалуйста, первую главу. Вот мы сейчас будем смотреть, просто я напомню, вот просто глазами следите. Апостол Павел начинает, в начале первой главы мы с вами видели, как прежде всего Петр убеждает своих читателей о том, что они избраны Богом. Он это делает, мы говорили, по очень важной причине. Он хочет, чтобы у этих людей не было никакого сомнения, что все то, что происходит с ними, это не просто дело случая. Это не просто вот здесь император Нерон как-то попал на трон, он им говорит, что все это происходит по предведению Бога. Все это происходит по Божьей воле, и ситуация не вышла из-под контроля. Это дает огромнейший фундамент и огромнейшую убежденность этим людям, комфорт. Далее он учил их благословлять Бога в своих страданиях. С вами говорили, начиная с 3 стиха, он преподносит им очень глубокие доктрины, очень глубокие истины, которые могут помочь этим верующим людям радоваться и благословлять Бога в любых ситуациях и жизни. Далее он говорит им об драгоценности испытанной веры. Помните, он говорит, для чего вообще Бог допускает все эти трудности в их жизнь, потому что цель или итог этих испытаний в жизни христианина, который научился правильно на это все реагировать, это драгоценная вера, которая взращивается, которая доводится до зрелости. После этого он ободряет этих людей, говоря о великой привилегии, которую эти люди получили в спасении. И далее посмотрите со мной на первую главу, начиная с 13 стиха. Петр говорит здесь, как мы очень часто называем, он начинает практическую часть своего послания. Мы с вами должны помнить, что в Библии, друзья, нету непрактической части. В Библии нету просто пустых текстов, пустой информации. Если информация правильно воспринимается, если она правильно понимается, то вся Библия, она очень практична. Но здесь апостол Петр начинает первое повеление. И он говорит, как им жить, как им поступать. И мы на это все уже с вами смотрели. Сегодня мы подходим с вами к 22 стиху. Откройте со мной, пожалуйста, с 22 стиха. Я хочу, чтобы мы могли посмотреть сегодня. Мы прочитаем 4 стиха, но посмотрим только на один стих. В этих 4 стихах, дорогие друзья, Петр преподносит две очень важные истины. И я разбил этот текст на две проповеди. Я думал это все просто сказать за одну проповедь сначала. И потом понял, что здесь Петр затрагивает две очень важные и колоссально фундаментальные истины христианства, на которые нам просто нужно обратить особое внимание. И каждая из них, она требует своей проповеди.
Итак, давайте с вами прочитаем с 22 стиха по 25 стих. С 22 стиха по 25 стих. Петр говорит: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано». Весь этот отрывок, все эти четыре стиха, здесь самая главная идея. Все здесь вращается вокруг одного основного глагола, повелительного глагола. Это постоянно любите друг друга. Все остальное, что мы видим здесь выше и ниже, это дополнение к этому повелению. И поэтому я назвал эту проповедь «Братолюбие – суть христианства». Братолюбие – суть христианства. Дорогие друзья, я не знаю, как часто вы задаетесь вопросом, который по своей важности должен превосходить вообще все остальные вопросы. Это вопрос: в чем вообще суть моего христианства? В чем суть библейского христианства? В чем суть вот этого явления, которое мы называем сегодня христианством, о котором мы очень много говорим, о котором мы поем, с которым мы ассоциируем себя, без чего христианство просто теряет свой смысл? Мы с вами очень часто говорим о том, что в христианстве есть первостепенные вещи и есть второстепенные вещи. И тогда, когда эти вещи, они меняются местами, то христианство, в принципе, становится бесполезным, оно становится просто основанным на неправильных вещах. И поэтому это очень хорошо, когда человек может постоянно проверять свое сердце. И он может постоянно проверять суть того, во что он вкладывает в свою жизнь. Потому что если мы не будем размышлять над подобными темами, друзья, наша жизнь, она может пройти в церкви. И наша жизнь, она может пройти в большой деятельности ради Бога, и всякие разные вещи мы можем делать. Но в итоге окажется, что то христианство, которое мы думали, мы вкладываем в него свою жизнь, оказывается, это христианство, оно ничего не стоит. Мы сегодня с вами читали 1 Коринфянам 13 главу, помните? И там апостол Павел предупреждает. Предупреждает Коринфянскую церковь. Он говорит, что вы потеряли то, без чего все остальное просто не имеет никакого значения. Вы потеряли любовь. Он говорит: я могу иметь и все знания, могу иметь всю веру, я могу иметь любые дарования, но если я не имею любви, то я пропускаю самое главное. Вы знаете, в истории жизни Христа, я верю, что Бог целенаправленно оставил нам очень важный пример людей, которые были крайне религиозные, которые внешне, они посвятили себя служению Богу, которые имели репутацию среди людей, очень высокую. Эта репутация была людей, как чтущие Бога, как боящиеся Бога. Но вместе с тем, Писание нам говорит, что это люди, которые самым явным образом пропустили суть жизни с Богом. Суть их отношений с Богом. Это были книжники и фарисеи. Вы знаете, на страницах Библии я не нахожу более печальной картины. Я хочу просто напомнить нам об этой категории людей, которые за всей деятельностью, за всей религиозностью, они пропустили суть дела. Посмотрите со мной на несколько стихов. Матфея, 23 глава. Иисус Христос, обличая этих людей, говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе». Посмотрите, они перепутали второстепенное с первостепенным. Он говорит: вы оставили важнейшее, вы потеряли суть, суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Он не говорит, что то, что вы делаете, это плохо, это не нужно, перестаньте это делать. Нет, он говорит, что все это хорошо и это нужно, но не потеряйте суть, не потеряйте самое главное. 25 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Говорит ли он о том, что не нужно очищать внешность? Говорит о том, что внешняя сторона, мы просто должны ее оставить в покое и только заботиться о своем сердце? Но нет, конечно. Писание очень много говорит о внешней жизни христианина. Но он говорит о том, что можно обратить внимание так сильно на внешнюю сторону, что пропустить суть, пропустить сердце. 27 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам,
которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Посмотрите, что он говорит, 24 стих. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Дорогие друзья, не существует лучше, наверное, фразы. Вот у Христа было очень много мудрости. Мне очень нравится его высказывание, как он бьет прямо в точку. И он говорит, что комара-то нужно отцеживать. Но когда ты проглатываешь верблюда, то ты теряешь самое главное. То есть книжники и фарисеи, друзья, это самый был лучший пример людей, которые вроде бы делали правильные вещи, но они менялись местами второстепенное и первостепенное. Они теряли суть. Немного ранее, в 22 главе Матфея, в 36 стихе, мы встречаем, что был все-таки один фарисей, который действительно хотел знать истину. И он говорит, в чем же суть поклонения Богу? Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Дорогие друзья, что здесь Христос говорит? Он говорит, что тогда, когда вы можете делать что угодно, и вы пытаетесь угодить Богу, и вы пытаетесь понять суть христианства. Он говорит, что весь, в принципе, старозаветный закон, все то, о чем говорили пророки, мы знаем, что у нас есть с вами 39 книг, у нас есть очень много, что записано в Ветхом Завете. Да и он говорит, что если вы хотите все это просто суммировать вместе и назвать это одним словом, назовите это словом «любовь». Прежде всего, любовь к Богу, и потом любовь к человеку. Дорогие друзья, что это означает? Это означает, что всякий раз, когда наша любовь к Богу или наша любовь к ближнему уходит куда-то на задний план, неважно, что бы мы делали в нашей жизни, оно становится тщетным. Мы теряем суть нашего христианства. Дорогие друзья, и перед тем, как мы начнем смотреть на наш текст, я хочу, чтобы сегодня каждый из вас мог задать себе вопрос. Когда вы в последний раз оставались один на один с собой? Когда вы в последний раз задавали себе вопрос, а люблю ли я Бога? А люблю ли я ближнего? Как у меня обстоят дела с братолюбием, о котором мы будем сегодня говорить? Вы знаете, мы недавно проходили с вами послание филиппийцам, послание фессалоникийцам. Знаете, что постоянно бросалось мне в глаза, когда я читаю эти послания? То, что апостол Павел говорит, что я радуюсь вашей вере, я радуюсь вашей любви, и я радуюсь не просто тому, что она у вас есть, а я радуюсь тому, что она умножается. И он говорит, что она умножается, и я это вижу не потому, что я с вами нахожусь. Его на то время не было с вами, но он говорит, что по всей Македонии, по всей окружности прошел слух о вере вашей, прошел слух о любви вашей. Люди начинали смотреть на эту церковь, и они говорили, ты знаешь, какая там у них любовь? Ты знаешь, какие у них особенные отношения? И он говорит, я радуюсь, что ваша любовь, она не просто где-то там глубоко в сердце, она не просто в теории, она не просто на словах, но она на деле, и это люди вокруг замечают, они видят, они прославляют Бога за вас и за ту работу, которую Он производит в вашем сердце. Это очень важно, друзья. Итак, любовь. Или более точнее, Петр пишет в этом отрывке о братолюбии. Братолюбие, друзья, означает, или оно отличается просто от любви, тем, что любовь – это просто наше отношение к людям. Братолюбие идет на ступень дальше. И оно конкретно оттенивает нашу именно любовь не просто к людям, не просто к неверующим, не просто к родственникам, а именно к братьям и сестрам. Именно к братьям и сестрам, родным нам по вере. Итак, еще раз давайте прочитаем 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Самое первое, на что я хочу с вами сегодня посмотреть, это на повеление любить. Вот перед тем, как мы будем учиться с вами любить, перед тем, как мы посмотрим на проявление любви или что это вообще означает любить, я хочу просто заметить на такую простую, казалось бы, деталь здесь, но деталь, о которой мы очень часто, не часто с вами думаем. Это повеление любить. Если вы подумаете об этом, то по-человечески нам может показаться, друзья, то, что вообще странно, как ты можешь вообще повелевать кому-то кого-то любить?
Любовь — это что-то должно быть естественное. Любовь — это должно быть что-то от сердца. Оно должно быть мотивировано правильной мотивацией. И поэтому как я могу вообще захотеть и заставить себя кого-то любить? Очень много сегодня людей живут по такой идеологии. Я думаю, вам приходилось не раз встречаться с известной фразой. Люди говорят: сердцу не прикажешь. Но как я могу заставить себя любить другого человека? Тем более, вы знаете, если учитывать тот факт, что мы живем с вами в век, и мы живем с вами во время, когда люди вообще не способны управлять собой. Они вообще не способны приучивать себя к чему-то, они не способны повелевать себя, напрягаться или приучать себя чему-то, дисциплинировать себя. Люди не привыкли контролировать свои мысли, свои желания. Помните, мы говорили с вами раньше о том, что Петр немножко выше, он говорит: «Припаяшьте чресло ума вашего». Помните, мы с вами говорили, что это означает взять свои мысли под контроль, не давать им блуждать, где попало. Большинство сегодня людей абсолютно не знают, что это означает. У них мысли куда пошли, туда и они пошли за своими мыслями. Они не знают, что это означает связать их, взять под контроль. И основная масса людей, друзья, сегодня просто движима своими импульсами, желаниями, побуждением сердца. И говоря о любви, у людей происходит то же самое. Они говорят: вот что-то мне естественно нравится, что-то мне естественно любится, вот я это и люблю. К этому и привязывается мое сердце. Но если это мне не нравится, если мое сердце не там, как я могу заставить себя любить? Это образ мышления, который доминирует в нашей культуре, и поэтому, друзья, неудивительно, что повеление «постоянно любите друг друга» может восприняться довольно странно и даже как что-то нереальное. Если вы будете откровенны с собой, друзья, и вы посмотрите в свое сердце, и вы посмотрите на тексты и вспомните свою жизнь, у каждого из нас есть свой бэкграунд, у нас у каждого есть свой опыт христианства. Вспомните, сколько проповедей вы слышали о любви друг к другу. Сколько раз вы читали Иоанна первое послание, где написано: «Да будем любить друг друга». И как часто после вот этого чтения, как часто после этих проповедей мы уходим с благим намерением, мы уходим с благим желанием. И мы думаем, что Писание, когда оно повелевает, оно просто говорит, что окей, имейте благие намерения, имейте благие желания. И мы день и ночь можем быть мечтать даже об этом и говорить: вот классно было бы, если бы я научился бы вот так любить других людей. Классно было бы, если бы меня научились так любить. Я вот знаю, был случай, у меня вот этот брат меня не любил, Писание говорит любить. Вот очень часто, друзья, если мы будем откровенны, в нашем сердце может быть подобный такой диалог с собой. Очень много людей, христиан, не знаю, настоящих, фальшивых, но людей, которые ходят в церковь, годами могут ходить и оставаться неизмененными. И они говорят: ну у меня такой просто характер. Ну я просто такой. И они, когда видят на какие-то повеления, у них это просто останавливается на желаниях, и это просто фантастика. Как можно иметь такой брак? Как можно быть таким мужем? Как можно быть такой женой, таким родителем? Мы думаем, что Писание просто идеализирует все, и оно рисует в каких-то розовых очках. И они говорят: it's too good to be true. Мне однажды говорил один человек, говорит: ты проповедуешь христианство, которое теоретическое. Это нереально жить так. Вот так вот жить Христом, вот так успокаиваться в Нем, вот так находить в Нем мир. Мы поем песни «Бог мой, ты моя скала». Для многих людей, друзья, это действительно фантастика. Они говорят: это где-то там, далеко у Давида было. Они даже не могут себе представить, что нет. Писание говорит, оно пишет точно таким же верующим, друзья, которые у нас, которыми являемся мы. И оно говорит: припаяшься. Постоянно любите друг друга. Это повеление. Вы знаете, Петр, далеко это не единственный текст, который говорит о братолюбии. Я хочу просто показать вам несколько текстов, которые говорят о братолюбии в Библии. Этот же Петр три раза в своем маленьком послании говорит о братолюбии. 1 Петра 2:17. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Когда речь идет о братстве здесь, мы понимаем, что на то время не было такого братства, которое мы сейчас имеем. И речь идет о братстве братьев и сестер, brotherhood. Вокруг нас есть общество братьев и сестер. Он говорит: любите братьев и сестер, которые окружают вас. 3 глава, 8 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры».
4:8, 1 Петра. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Кроме того, апостол Павел и другие апостолы не раз говорили о братолюбии. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Евреям 13:1. «Братолюбие между вами да пребывает». Наконец, сам Иисус Христос говорил о любви между учениками, как о сердцевине их поклонения Богу, как о сердцевине их свидетельства христианского. И Он говорит в Иоанна 13 главе 35 стих, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В Нагорной проповеди Иисус вообще представляет другой уровень любви. Другой уровень, который абсолютно не знаком неверующим людям. Он говорит в 5 главе 43 стих, «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Сам факт, что Писание так много говорит и повелевает любить, и сам факт, что Писание говорит «возлюби Бога», «возлюби ближнего», друзья, это говорит о том, что сами по себе мы не любим. И сами по себе мы не хотим любить. Вот если нас просто оставить в покое и просто дать нам силу нашим желаниям, нашим импульсам, если не контролировать вообще себя, если не припоясывать свой разум, это говорит о том, что человек не способен любить. By default, как мы говорим. Когда он просто скатывается на такую домашнюю позицию, как говорится, он не любит, он любит себя, потому что со времен грехопадения человек очень сильно полюбил себя, и он продолжает любить себя. И для того, чтобы сделать его способным любить других людей, во-первых, ему нужно новое сердце, ему нужна новая внутренность, ему нужна новая природа. Но даже с возрожденным сердцем Писание говорит, что люди остаются очень часто жить в греховной плоти, и поэтому вот эта перемена, друзья, она не происходит автоматически. Все призывы к братолюбию в Писании говорят о том, что возрожденному человеку нужно прилагать к этому усилия. Ему нужно захотеть любить. И у него есть на это все необходимые ресурсы. Дорогие друзья, помните об этом. Помните о том, что любовь к братьям и сестрам, любовь к вашим врагам, к нашим ближним, это не просто мечта, это не просто хорошее высказывание где-то на Фейсбуке, это не просто quote, которое мы читаем, мы говорим, вот как классно он сказал, как хорошо, it sounds so good. Но это повеление Библии. Если вы сегодня не любите, если вы не учитесь любить, это не потому, что у вас нет на это ресурсов, это не потому, что вы таким родились, у вас такой характер, а потому, что вы просто не хотите. Потому что вы живете в открытом противлении против Божьих повелений. Помните слова апостола Павла, которые сегодня уже читались? «Если я имею все познания, всю веру, тело свое отдам на сожжение». Павел здесь преувеличивает жизненные ситуации. Помните, что вот Павел говорит, если я имею все знание невозможно иметь. Если я имею всю веру, если я могу иметь и ангельские языки, и человеческие, он идет в гиперболу, и он говорит, что даже если, допустим, у тебя есть все знание, у тебя есть вся вера, вот ни один человек на этой земле не может выкрутиться из 1 Коринфянам 13 главы, не может сказать, что но, вот у меня есть что-то больше этого, и поэтому любовь для меня не так важна. Он говорит, you name it. Пускай у тебя будет все на этой земле, и ты отдашь даже свое тело на сожжение, но если нет любви, все это не имеет никакой пользы. Вы знаете, единственное, что может сделать вообще поместную церковь созидающей, что может сделать поместную церковь влияющей настоящим телом Христовым, которое обновляется по образу Его, это любовь. В Ефесянам 4 главе, посмотрите со мной на 15-16 стих, там написано, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, обратите внимание на этот текст. Павел нам говорит, что единственный путь, как происходит созидание церкви, как происходит созидание личности, созидание души человека, это любовь. Вы знаете, сегодня может очень много людей быть объединены в одну общину. Очень много есть вещей, которые могут объединять людей в поместной церкви.
Могут создаться просто общины или люди, у которых одни моральные взгляды. У нас один взгляд на какие-то моральные стандарты. Вам не нравится LGBTQ, да, и мне не нравится LGBTQ. Или я против наркомании, и вы против наркомании. У нас какие-то одни моральные стандарты, и поэтому мы будем вместе собираться, мы будем рассуждать на том, как все плохо, как вот там те грешники, и мир катится в бездну. Это будет нас объединять. У нас могут быть просто какие-то совместные проекты вместе. У нас могут быть какие-то программы, которые мы можем делать. Друзья, есть очень много вещей, которые могут удержать толпу людей вместе. Но Писание говорит, что одно способно по-настоящему созидать и взращивать во Христе, иметь созидающий эффект – это любовь. Вот когда между братьями и сестрами не будет любви, ни в чего другого не получится. Посмотрите со мной, как апостол Павел об этом говорит, Галатам 5 глава. Он говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была повод к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». Заметьте, друзья, что апостол Павел говорит, что он говорит, тогда, когда упущена любовь, у нас здесь вот есть община людей, и тогда, когда нас не будет объединять любовь, настоящая Божья любовь, братолюбие, знаете, что мы начнем делать? Мы начнем как жуки и скорпионы съедать друг друга, изгрызать. И в итоге он говорит, смотрите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Это очень важно. Посмотрите, как апостол Павел очень ясно показывает. Все это нам говорит, что любовь – это крайне важная часть жизни любого христианина, друзья. И если вы возрожденный человек, я хочу вам сказать, что у вас есть на это необходимые ресурсы. Второе, я хочу посмотреть на вопрос, в чем выражается настоящая любовь? В чем выражается настоящая любовь? Перед тем, как мы посмотрим, как Петр учит своих читателей вот этой любви, я хочу, чтобы мы буквально несколько минут уделили посмотреть, на что вообще такое любовь. Вот каждый из нас сидит здесь, и я знаю, что по-человечески у каждого из нас может быть свое определение любви. What does it mean to love? What does it mean to love one another? Посмотрите, как Петр говорит, не просто любить здесь. Он не просто говорит «любите», он говорит «очистите души ваши не просто к братолюбию, а к нелицемерному братолюбию». Дорогие друзья, если у вас определение любви не библейское, если вы просто придумали себе определение любви, то ваша любовь никогда не будет истинно Божья любовь. Это будет лицемерная любовь, которая вы просто родилась у вас где-то в воображении. Это будет фальшивая любовь. Причина, почему люди очень часто говорят, что сердцу не прикажет, как я уже говорил, что люди очень часто слышат повеление любить, и они говорят, слушай, ну как я могу заставить себя любить? Причина, почему люди так говорят, друзья, потому что их понимание любви, оно абсолютно не библейское. В их понимании любви, любовь – это просто такие теплые, пушистые чувства, которые я испытываю внутри себя по отношению к другому человеку. И, конечно же, если наша любовь останавливается на чувствах, которые я испытываю, или я должен испытывать по отношению к другому человеку, то, естественно, это очень логичный вопрос. Как я могу заставить себя чувствовать определенным образом? Как я могу заставить? Вот мне что-то любится – и я испытываю, естественно, спонтанное чувство привязанности к этим вещам или к этому человеку, это понятно. Но как я могу возбудить? Это же не то, что ты просто вот нажал или you flex your spiritual muscles. Ты просто поджался и сжал свои духовные мышцы и пошел любить другого человека. Оно так не работает. Но причина, друзья, потому что у людей, опять же, неправильное понимание любви. Любовь – это не просто чувство. И когда Писание нам говорит, оно далеко не говорит просто о теплых или пушистых чувствах, которые мы должны воспроизвести. Это очень хорошо, когда у вас есть чувства, дорогие друзья. Кстати, я думаю, что это будет неправильно, если вот нам сказали, любите своих родителей, да, любите свою маму. И вы ей позвоните в День Матери и скажете, мама, я абсолютно по отношению к тебе ничего не чувствую. Абсолютно никакого тепла, никакой привязанности, но вот мне сказали тебя поздравить, я тебя поздравлю. Это ненормально, правда? Потому что мы понимаем, что любовь, она включает в себя чувства обязательно. Но Писание говорит, что это намного, намного больше, чем чувство, это действие. Некоторые, опять же, уходят в крайность, говорят, любовь – это не чувство, это просто действие, тебе нужно просто заставить себя пойти любить свою жену, своих детей. И получается в итоге, что человек делает очень много для другого человека, он действиями начинает его любить, но внутри остается равнодушным,
Друзья, это лицемерная любовь. Любовь не просто заключается в действиях, и любовь не просто заключается в чувствах. Библейская любовь – это чувства, которые возбуждены истиной Священного Писания, и вот эти чувства толкают человека на действие. Это великая гармония между истиной Писания, между Евангелием и между действиями этого человека. Я повторю, любовь – это когда чувства, которые генерируются истиной Священного Писания, и эти чувства толкают человека на практическое действие. Я приведу вам несколько примеров для того, чтобы мы могли это увидеть в Писании, их намного больше. Я приведу всего лишь три примера, как выражается настоящая библейская любовь. И мы посмотрим на мотивацию, и мы посмотрим на действие. Вспомните известную ситуацию в Новом Завете, которая апостол Павел ни разу не говорит. Садятся кушать два христианина. Один менее зрелый, другой более зрелый. Один недавно обратился с язычества, другой уже довольно-таки долгое время в христианстве. И они садятся вместе и кушают мясо. И вот этот менее зрелый, он спрашивает: слушай, классное мясо, где взял? Он говорит: да, взял на рынке. Там оно раньше было преподнесено идолам, ему раньше там его сжигали на алтарях для идолов, оно идоложертвенное. Ну слушай, какая разница, сам подумай. Давай логически поразмыслим. Какая разница, какая история этого мяса? Все равно оно, ну, бросили его там на жертвенник, ну, попрыгали там вокруг него чуть-чуть, вот, и потом просто отнесли его на рынок. Какая разница? В принципе, ничего-то с этим мясом не произошло, внутри химический состав не изменился, но такое же самое мясо, да тем более, ты понимаешь, идол это ничто, это просто выдумка людей, это просто идея какая-то. И вот Писание говорит, апостол Павел говорит, что если более зрелый христианин так поступает, и он просто движим своим знанием истины. В принципе, то, что он говорит, это правильно. Но говорит, если я не учитываю немощную совесть моего брата во Христе, то для него, если он возьмет и будет есть это мясо, для него это будет грех. Для тебя это будет не грех, а для него это будет грех, потому что это будет сделано не по вере. Посмотрите, что апостол Павел говорит по этому поводу. 1 Коринфянам, 8 глава, 1 стих. «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания». Он говорит, в принципе, вы правильно понимаете определенные вопросы. Вот то, о чем я сейчас говорил, зрелый христианин, он правильно рассуждает, что идоложертвенное мясо, оно, в принципе, оно было принесено в жертву какой-то идее. Это идол, это пустота. И, пожалуйста, он говорит, ты можешь его есть. Вот это знание есть, понимание истины. Но далее он говорит, но знание надмевает, а любовь назидает. Заметьте, что следствие, если я просто остановлюсь на своем знании и не пойду дальше ступени любить, то я буду просто надмеваться в своем знании, я буду просто расти в самооценке и в гордости. Но если это сопровождается знанием и любовью, я буду искать назидание вот этого более немощного христианина. И потом посмотрите с 10 стиха, что он говорит. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его, есть идоложертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос, а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Друзья, посмотрите просто на этот пример. Естественно, мы здесь можем вывести акт любви, и мы можем вывести для мотивацию этого акта. Естественно, акт любви очень понятен. Что если я люблю человека, я буду ущемлять себя, я буду ущемлять какие-то свои права, которые, в принципе, я не обязан делать, я не должен, но для того, чтобы сохранить совесть другого человека, я готов пойти ему навстречу. Все это понятно, я готов где-то restriction поставить на свои действия ради другого человека. Но посмотрите, что это не просто сделано в вакууме. Вот этот акт любви, друзья, он должен быть движимым глубоким пониманием истины. Посмотрите, что он несколько раз повторяет здесь: от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. За которого умер Христос. Вы согрешаете против Христа, чтобы не соблазнить брата моего. Друзья, вот эти все акты, которые он говорит здесь, он говорит, они должны исходить из глубокого осознания того, что это мой брат,
За него Христос умер, и его душа составляет огромнейшую ценность. Неважно, какой бы он ни был, да, он немощный, да, он странный, у него там свои какие-то странности, но за него Христос умер, и это достаточно для того, чтобы мне ценить этим человеком. То есть любовь, друзья, это служение, но это служение вызвано пониманием того, что я служу моим братьям и сестрам. Это возбуждает определенное чувство. Это не просто равнодушное служение. Посмотрите со мной на второй пример. Немножко другой пример или к другой категории людей. Но Христос говорит, вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Посмотрите внимательно на эти стихи. Христос говорит, он открывает новый уровень любви. И он говорит, в чем проявляется божественная любовь? Он говорит, во-первых, это еще не действие. Он говорит, благословляйте проклинающих вас. Вы можете ничего не сделать по отношению к вашему врагу. Это еще не служение, это не то, что я вот сейчас пошел и действием буду его любить. На уровне сердца. Он говорит, благословляйте проклинающих вас. Благословлять означает говорить добрые слова в их сторону. Это означает искренне желать им добра. Это быть заинтересованным в их благополучии. В отличие от идеологии этого мира, друзья, которая требует справедливости, равности, которая говорит, что как вот с тобой поступают, так и ты поступаешь взаимно, и это круто, это сегодня воспевает, это сегодня прославляется, тогда, когда ты можешь сдачи дать, когда ты можешь возместить какому-то человеку. Вот Иисус Христос говорит, благословляйте. Желайте внутренне позаботиться о том, чтобы вы внутри желали им добра. Далее он говорит, благотворите ненавидящим вас. Благотворите, здесь уже речь идет о действии. Творите им добро. Делайте им вещи, которые противоположны тому, как они поступают с вами. Благотворите. И третье, посмотрите, молите за обижающих. Это тоже состояние сердца. За обижающих и гонящих вас. Это опять же связано с нашим искренним желанием блага. Мы молимся о них. We don't pray imprecatory prayers. Я знаю, что можно очень часто молиться такие молитвы проклятия, да, или imprecatory, знаете, по-английски такое слово есть. Христос говорит не о таких молитвах здесь. Он говорит, молитесь, во-первых, о них спасении. Если, может быть, они ваши враги, они вас гонят, они преследуют, обижают вас, если это не неверующие люди, молите за них. Если они уже верующие люди, то... Во-первых, они не должны быть вашими врагами, но во-вторых, даже если у вас какие-то отношения натянуты, молите за их душу, желайте им добра. Вот что означает, друзья, любить в библейских терминах. И заметьте, здесь в чем мотивация любви? Мы говорили о том, что любовь – это не просто действие, любовь – это чувство, которое генерируется истинное Писание. В чем здесь истина? Посмотрите следующий стих, 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Дорогие друзья, что сегодня может единственное помочь нам любить врагов, это тогда, когда у нас есть глубокое желание любить Бога и быть подобным Ему. Миллионы людей, миллиарды людей, друзья, каждое утро просыпаются, и они враждуют с Богом. Они ненавидят Бога. Они делают все просто in His face. Они не хотят ничего общего иметь с Ним. И вы знаете, что Бог делает в ответ? Он солнце посылает им. Он дождь им посылает. Он благословляет. Он дает им всякие разные. Он им дает здоровье. Он им дает еще дыхание. Он им дает какие-то земные блага. И вот Иисус Христос говорит, что у вас должна быть вот эта мотивация. Если вы хотите быть подобными вашему Небесному Отцу, научитесь так же самое любить. Есть еще один текст, на который я хочу посмотреть, который открывает нам сущность христианской нелицемерной любви. Это 1 Иоанна, 3 глава. 16 стих. Иоанн говорит, «Любовь мы познали в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Дорогие друзья, хотите ли вы понять, в чем заключается христианская любовь, нелицемерная, пойдите к этому тексту, meditate on it, поразмышляйте над ним. Этот текст нам говорит об элементарных жизненных вопросах, которые христиане могут испытывать каждый день.
Господь собрал нас здесь, на этом месте, очень разных. У нас у каждого есть свои способности, свои требования, свои какие-то нужды. У нас у всех есть свой социальный статус. У кого-то есть высшее образование, у кого-то вообще нет образования. Кто-то женатый, кто-то не женатый. Кто-то вдова, может быть, кто-то один остался. Кто-то, может быть, сироты есть. Дорогие друзья, у каждого из нас есть свои проблемы, свои нужды. И Иоанн говорит, что если вы любите братьев и сестер, и вы видите их в нужде, но вы закрываете от них свое сердце. О какой нужде здесь идет речь, друзья? Это могут быть разные нужды, это могут быть финансовые нужды. Если вы видите, кто-то действительно, он любит Бога, и он старается, Бог ему еще не послал работу, и он действительно ищет, и у него какие-то struggles финансовые, можете ему помочь в этом. И если у него какие-то нужды материальные, может быть, у него нет способности построить дом или помочь что-то там сделать по дому, или у него сломалась машина, или, может быть, у него проблемы со здоровьем, и у вас есть Богом данные способности помочь этому человеку в всяких элементарных вопросах ежедневной жизни. Друзья, радуйтесь этой возможности. Цените возможностью помочь и послужить другому человеку. Потому что это привилегия, которую Бог дает в жизнь вашу, этих братьев и сестер. Это может быть духовная нужда. Дорогие друзья, подумайте, когда вы последний раз видели брата или сестру в нужде, вот просто человек борется со грехом, вы видите, что он в унынии, в отчаянии, может, он в депрессии, или просто ему очень сложно, когда вы последний раз могли просто подойти и помолиться с этим человеком? Галатам 6 глава написано: «Носите бремена друг друга, помогайте друг другу избавляться от греха, ободряйте друг друга». Это духовное служение, это тоже нужда есть, которую мы можем видеть в другом человеке. Но посмотрите, что Иоанн говорит здесь, что тогда, когда мы этого не делаем, друзья, проблема не в том, что у нас просто нет какого-то действия. Проблема не в том, что мы просто ленивые, хотя это на своем месте. Проблема не в том, что у нас просто сейчас времени нету. Это тоже может быть причина. Проблема в том, он говорит, вы сердце свое закрываете от него. Сердце закрыто. В этом главная причина, дорогие друзья. Вся эта помощь, она должна совершаться с открытым сердцем. Речь не идет, как я уже говорил, о просто делах, пустых. Это чувство. Это чувство. Я должен любить этого брата. Но посмотрите, чем эти чувства возбуждены на начало этого стиха. Любовь мы познали. Мы познали любовь в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Дорогие друзья, если вы не видите в вашем сердце любви к братьям и сестерам, сестра, если вы не цените ими, если у вас нет никакого желания послужить просто в элементарных нуждах, проверьте ваше понимание Евангелия. Проверьте, насколько оно глубоко или насколько оно мелко, насколько вы знаете Христа лично, насколько вы познали Божью благодать. Потому что Иоанн говорит, что если мы познали эту любовь, проявленную к нам, вот эта глубина понимания Евангелия должна толкать нас на то, чтобы теперь любить братьев и сестер. Без Евангелия, друзья, любовь будет всегда лицемерная, любовь будет всегда фальшивая, без исключения. Последнее, о чем я хочу поговорить сегодня, друзья. Как достигать братолюбия? Как стремиться к братолюбию? Как научиться нам сегодня любить друг друга? Апостол Петр, посмотрите, он прекрасно понимает, что любовь – это не что-то, естественно, на нашей греховной природе. И что среди его читателей будут обязательно люди, которые не научились любить. Именно поэтому он не просто говорит «любите друг друга», он еще говорит очень многое другое. Для этого есть у нас 24 стих, для этого есть 23 стих, для этого есть 25 стих. Об этих стихах мы детально поговорим в следующий раз, в следующее воскресенье. Давайте сегодня вернемся к нашему тексту. Посмотрите, самое первое, что он говорит, осознайте, что вы имеете для этого все необходимое. С этого начинается все. Осознайте, что вы имеете для этого все необходимые ресурсы, чтобы научиться любить. Еще раз 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Петр призывает, посмотрите со мной в текст, он призывает их к братолюбию, основываясь на том, что эти люди уже очистили свои души. Как они их очистили? Они их очистили через послушание истине Евангелия. Было время, когда эти люди не знали Бога. Было время, когда они противились Богу, когда они были мертвы во грехах. И однажды эти люди услышали Евангелие, Бог произвел животворящую работу в их сердце, и они послушались истину Евангелия,
покайтесь и веруйте. И вот через это послушание истине, он говорит, вы очистили свои души. Он говорит, это было в прошедшем времени. Картина очищения, друзья, для человека, знакомого с Ветхим Заветом, особенно для евреев, она очень ярко должна была напомнить церемониальное очищение закона Моисеева. Вспомните книгу Левит. Сколько было разных церемоний, которые человек должен был пройти для того, перед тем, как он мог прийти к Богу. Он должен был пройти всякие обряды, он должен был принести жертву. И все это было сделано, друзья, потому что Бог хотел показать людям с самого начала, что к Богу нельзя просто так приходить. К Нему нужно очиститься. У человека есть очень глубокая проблема. Проблема нечистоты. И вот только в Новом Завете мы уже видим с вами, как Бог принес нам настоящее очищение. Настоящее очищение, полное от наших грехов во Христе. Тогда, когда Христос заплатил полностью за нашу вину, за наш грех, Он принес нам полное очищение грехов. Вот об этом очищении говорит здесь апостол Петр. Он говорит, вы уже очистили души ваши. Но заметьте, что спасение – это намного больше, чем просто очищение от грехов. В момент нашего спасения, друзья, Бог возрождает наше сердце. Поэтому Петр и говорит здесь, поэтому еще есть 23, 24, 25 стих. Он говорит, что вы были рождены не от тленного семени. Не от семени, которое сегодня есть, а завтра его нету. Но он говорит, вы были рождены от Слова Божьего. У вас есть новая природа, у вас есть новый человек внутри. И посмотрите, он говорит, что сегодня вот эта уверенность в стабильности, способности любить – это вера в новое творение. Это вера в новое творение. Вот почему Петр говорит, он говорит, что вы изначально очистились, но вы это сделали к нелицемерному братолюбию. Вы это сделали не к хождению в церковь, не к участию в служении. Очищение души, друзья, происходит к нелицемерному или для нелицемерного братолюбия. Если у вас душа не очищена, вы не можете любить той любовью, о которой я сейчас говорю. Это возможно только людям, у которых очищена душа от грехов. Вина снята. Римлянам 5 глава 5 стих. «Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Дорогие друзья, посмотрите на этот стих и ответьте себе, верите ли вы в то, что говорит здесь апостол Павел? Верите ли вы в то, что любовь Божья уже излилась в ваши сердца Святым Духом? Если у вас есть Святой Дух, и вы говорите, у вас нет любви Божьей, и вы не способны любить, вы обманываете самих себя, и вы противоречите Писанию. Потому что Писание говорит, вместе со Святым Духом к вам пришла любовь Божья. It's a package deal. Она у вас есть. Если вы еще ее не пользуетесь, если вы еще не пустили ее в действие, проблема у вас в том, что либо вы не знаете, как это сделать, либо вы ленивы, либо вы не хотите это сделать. Но причина у вас, дорогие друзья. Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия. Второе послание Петра, 1 глава. Это первое. Осознайте, что вы имеете для этого все необходимое. Если этой ступени не будет, дорогие друзья, вы можете стараться любить сколько угодно, вы постараетесь день, два, три, четыре, и потом вы опустите свои руки и скажете, у меня нет возможности, у меня нет сил, у меня нет на это способности. Второе. Здесь есть три вещи. Второе – это продолжайте отвергать свое «я» ежедневно. Продолжайте отвергать свое «я» ежедневно. Заметьте, друзья, как Писание не вырывает братолюбие из контекста нашей всей христианской жизни. Сегодня есть люди, которые хотят научиться любить, но которые в ежедневной жизни, просто вот изо дня в день, из часа в час, they don't care about God. Они живут своей жизнью, у них ничего общего с Богом нету. Так вот, Писание нам говорит, дорогие друзья, что братолюбие – это то, что происходит в контексте христианской жизни, следования за Христом. Даже в первой главе, до того, как дать этот призыв, Петр уже нам сказал очень многое. Помните, что он свое послание начинает не с 22 стиха. Он уже говорит о способности находить радость во Христе. Он говорит о способности радоваться в испытаниях, о способности припоясывать свой разум, о послушании истине, о победе над похотями в 14 стихе, о святости. Апостол Петр, это все продумано, друзья, это не просто так. Библия это не просто, мы знаем, в книге притчи есть просто такие отдельные высказывания, да? И Коран, вы знаете, если в исламе, там тоже это книга, которая не имеет какой-то связи между собой, это просто отдельное высказывание. Так вот, очень часто мы читаем Библию таким же образом.
Мы не видим соединения истины, мы просто вырываем вот это повеление, то повеление, та фраза, эта фраза, та истина. Друзья, в Библии все связано. И поэтому послушание истине, братолюбие, оно сделано в контексте всей этой первой главы. Христианину очень сложно будет научиться любить, если святость и близость со Христом не станут для него целью жизни, друзья. И ничто не приблизит вас ко Христу. Ваше приближение ко Христу всегда будет пропорционально тому, насколько вы умираете для себя и для своего «я» каждый день. Это факт. Луки 9:23. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой ежедневно». Я знаю, что в синодальном этого слова нет, но оно есть в самых лучших манускриптах, оно есть в английском переводе. Там слово стоит «возьми крест свой ежедневно», «take up his cross daily». Не то, что я сделал 20 лет тому назад, когда я вышел перед церковью и покаялся, это то, что я продолжаю делать каждый день. И он говорит, когда я способен или когда я готов отвергать свое «я», умерщвлять его каждый день, тогда я готов следовать за Христом. Посмотрите, как Петр здесь недаром цитирует Исаию 40 главу в нашем отрывке. Посмотрите со мной на 24 стих. Он говорит, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, заслохла трава, и цвет ее опал». Кажется, при чем здесь слава человеческая, при чем здесь цвет, при чем здесь вот это все, почему он цитирует этот текст? Дорогие друзья, очень просто. Потому что это часть нашей с вами природы. Тогда, когда мы не способны брата любить, когда мы не способны быть расположенным другому человеку, это потому, что у нас доминирует наша слава. И поиски нашей славы. Все мы прекрасно знаем, что для того, чтобы любить другого человека, нам нужно где-то унизиться, где-то ущемить свои права, нам нужно где-то ущемить свой комфорт, свое время, удобство. Нам нужно пойти на компромисс, друзья, со своей славой. Пока я буду искать свою славу на этой земле, пока я буду утверждать свою значимость, я никогда не смогу научиться любить другого человека. Я буду постоянно давать другому человеку знать, что «эй, со мной так нельзя разговаривать, со мной так нельзя поступать. Как это ты повел себя таким образом со мной?» Я постоянно буду иметь желание дать сдачи. Я никогда не смогу любить братьев и сестер Божьей любовью. Когда Петр говорит, верните со мной в 22 стих, когда Петр говорит об очищении души, в 22 стихе, безусловно, он говорит здесь в прошедшем времени об очищении души. Мы точно знаем, что в момент нашего возрождения наша душа была очищена в каком смысле? В позиционном смысле. В том, что перед Богом, когда Бог видит нас, Он не видит грязь нашей души, Он видит нас чистыми, непорочными и святыми. Мы точно это знаем, это Евангелие. Да? Мы получаем очищение души в позиционном смысле перед Богом в момент нашего возрождения, в момент спасения. Но это не означает, что наша душа очищивается за один раз в практическом смысле этого слова. Мы понимаем, что есть святость позиционная, наше положение пред Богом, и есть кто мы такие каждый день. И вот каждый день мы далеко еще не очищены. Нам еще есть много от чего очищаться. В нашей душе, друзья, остается очень много вещей, которые просто блокируют способность любить. Если вы посмотрите вашу душу, я хочу, что если вы сегодня отнесетесь серьезно к тому, о чем мы говорим, посмотрите вашу душу и начните не с того, что я вот сейчас пойду, выйду отсюда и буду любить. Начните с того, что вы начнете практически очищать вашу душу от всех примесей, которые блокируют возможность любить. Вы знаете, это как дырки, которые просто забиты, не способны дышать. Вот то, что дышит, я не знаю, как работают легкие, да, но представьте себе, да, легкие работают, да, и вот в них есть какие-то поры забитые, да, или, может быть, в коже у вас есть поры, да. Вот просто представьте объект, который должен воздух проходить через дырки, но если эти дырки забитые, там не будет проходить воздуха. Вот так же самое, друзья, мы очень часто пытаемся любить, не очистив себя от всяких разных грехов. Это грех гордости, это грех эгоизма, самозначимости, это грех конкуренции, высокомерия, страха, это грех недоверия Богу, борьбы за власть, даже самая элементарная лень. Все это просто блокирует, друзья, нашу способность, нашей души проявлять братолюбие. Вот почему со второй главы сразу следующий стих, который следует за этой темой, он говорит, «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство,
всякое лицемерие, зависть, злословие. Если вы этого не сделаете, дорогие друзья, если вы не будете ежедневно очищать свою душу от всех этих примесей, вы никогда не научитесь по-настоящему любить. Это второе. И третье. Помните, что это требует посвящения. Это требует посвящения. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга. Когда Петр говорит «постоянно любите», посмотрите здесь на английский перевод «fervently love one another». Вот это слово греческое, которое переведено здесь как «постоянно», оно имеет очень много, очень обширный такой спектр значений, но здесь он говорит о настойчивости. Горячо, пылко, продолжительно, настоятельно любите друг друга. Если вы посмотрите на другое использование этого греческого слова в Новом Завете, то у нас в синодальном переводе очень часто это слово переводится как «прилежно». Прилежно любите друг друга, прилагая к этому все усилия, все старания. В Деянии написано «Церковь прилежно молилась о Петре Богу». В Гефсиманском саду написано «Христос пал на лицо» и написано «прилежнее молился». Вот то же самое слово. Это усилие, друзья, это борьба, это посвящение. Это великий труд, для которого, если вы хотите научиться, вам нужно упражнять себя в этом. Помните, мы проходили во вторник первое послание Тимофея. Павел говорит, упражняй себя в благочестии. Если вы думаете, что вы выйдете отсюда, и вы будете любить сразу друг друга, вы ошибаетесь. Потому что этому нужно упражняться. Это процесс. Но посвятите себя этому процессу. Это не просто день, дело одного дня. Посвятите себя, молитесь Богу о том, чтобы Он помог вам. Я знаю, что сегодня, может быть, некоторые из вас сюда пришли на это место, и вы вообще не планировали слышать о братолюбии. Возможно, вы абсолютно пришли с другим намерением, может быть, с другими мыслями. Но вы знаете, Бог по своему суверенному решению определил, что вы сегодня находитесь здесь, и вам нужно слышать об этом. Особенно, если вы являетесь членом нашей церкви, дорогие друзья. Церковь строится на братолюбии. Никакие другие механические какие-то вещи, никакие другие поступки или традиции, или что-то, что может нас объединять, по-настоящему не будет никогда играть настоящего созидающего эффекта, если мы не будем любить друг друга. Мы сейчас будем с вами молиться. Мы будем молиться по группкам, как мы это обычно делаем. Я хочу предложить вам буквально несколько молитвенных нужд. Во-первых, если вы еще не знаете Христа, если вы еще не были очищены, о первом начальном очищении идет речь, если вы еще находитесь в ваших грехах, и вы несете на себе вину за этот грех, дорогие друзья, я хочу обратиться к вам сегодня. Обратитесь ко Христу. Вы знаете, что Он всегда призывает вас. Он говорит, всякого верующего я никого никогда не изгоню вон. Вам нужно это очищение от вашего греха. Помните о том, что вы по своей природе нечисты перед Богом. Второе, если вы уже очищены, попросите Бога, чтобы Он помог вам помнить, для чего вы были очищены. Вы были очищены не просто так. Вы были очищены не только для вечной жизни. Петр говорит, вы были очищены к нелицемерному братолюбию. Сделайте это смыслом вашей жизни. Третье, попросите Бога, чтобы Он напомнил вам или напоминал, что о том, что любовь – это не просто чувство. О том, что любовь – это не просто действие. Чтобы вы не уходили ни в одну, ни в другую крайность, но что библейская любовь – это чувства, возбуждаемые истиной, которые ведут нас к практическим действиям. И четвертое. Помолитесь о том, чтобы Бог научил вас посвятить себя братолюбию, чтобы у вас никогда не опускались руки, чтобы вы посвятили себя, отречению от своей славы и всего, что мешает вам сегодня любить. Помолитесь об этом Богу. Вы нуждаетесь очень сильно, и я нуждаюсь в силе Духа Святого, чтобы Он произвел это все в нас. Аминь. Аминь. Давайте помолимся, попросим Господа об этом.
Господи, приходим к Тебе в этот час, благодарим Тебя сердечно за благодать Твою, излитую к нам. И в этом дне, Господи, благодарим Тебя за то, что по Твоему провидению мы сегодня все здесь, то, что мы размышляем над следующим стихом в этом послании, Господи, и в этом стихе Ты говоришь о братолюбии. Ты говоришь о том, что должно наполнять наше сердце. Ты говоришь нам о сути христианства, Господи. Помоги нам не уподобляться книжникам и фарисеям. Господи, я верю, что Слово Твое очень ясно учит нас, что если любовь упущена, если мы безразличны друг другу, если мы не составляем никакой ценности друг для друга, Господи, все остальное – это медь, звенящая, кимвал, звучащий, Господи, это просто пустота в Твоих глазах. Поэтому я прошу Тебя, Господи, проговори сегодня к нашим сердцам. Если кто из нас еще не знает Тебя на этом месте, я молю Тебя, чтобы Ты коснулся, возродил, дал покаяние, Господь, очистил эти души, очистил их к нелицемерному братолюбию, чтобы и они стали частью Твоей Церкви, чтобы они стали частью этого братства, Господи, в Тебе. Благослови нас на это, Господь. Благослови нашу поместную церковь, всех членов, Господи, кто где отдыхает сейчас, и кто находится здесь, кто смотрит нас по интернету, Господи, нуждаемся в действии Твоем, чтобы сегодня братолюбие стало для нас сутью нашей жизни, целью всего того, что мы преследуем. Во имя Твое все это прошу, наш Бог. Аминь. Назначенный самим собой, не силой и не красотой, моя цена в любви святой на кресте. Нет славы. Иисусом наслаждаюсь, драгоценным, Он источник мой. Я Ему лишь доверяю, душа покоится лишь только в Нем. Источник мой,
собрание подошло к концу. Сегодня Дух Святой еще раз напомнил нам о том, для чего мы на этой земле, в чем суть христианства нашего. Мы слышали сегодня о любви. Мы читали сегодня о любви. Любовь никогда не перестает. Я хотел бы, чтобы это было в моей личной жизни, в твоей, в жизни нашей церкви. Когда-то Иисус Христос сказал такие слова, что Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Так написано. Мы учимся поклонению, правда, и у нас хорошее поклонение. Мне нравится, как мы поклоняемся. А теперь я благословляю вас на то, чтобы вы не только поклонялись, но и служили. А наше служение, это когда мы, служение Богу, когда мы служим друг другу, когда мы любим друг друга, когда мы не проходим мимо. Пускай Господь благословит нас. Помолимся. Господь, Отец Небесный, мы еще раз перед Тобой склоняемся, и мы благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам. Мы люди, мы склонны забывать и даже важные и главные истины. Ты напоминаешь нам чистый смысл нашего следования за Тобой, нашего всего христианства, которое в любви, в братолюбии. Благослови нас на это. Благослови это делать в наших домах. Благослови это делать на наших работах. Благослови это делать в церкви нашей, вне церкви, везде. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.